Значит, смотрите, что мы делаем. Садимся достаточно глубоко в кушетку. Выравниваем корпус, максимально прижимаем таз к поверхности. Будем тянуться правой рукой. Соответственно, значит, правую ягодицу, правый таз мы удерживаем плотно к поверхности. Далее, руку над головой поднимаем вверх и, наклоняя корпус в левую сторону, максимально растягиваем от таза через всю боковую поверхность до подмышечной впадины и далее всю руку, уходя максимально, насколько вы можете, в сторону, тянемся пальцами к предполагаемому предмету какому-то, возвращаемся в исходное положение. В наклоне влево левая рука может находиться на бедре, либо она может находиться в опоре на кушетке. Выбираете для себя удобный вариант. Но не заваливайтесь в сторону так, чтобы вся опора ушла на эту руку с левой стороны. Чтобы вы могли все-таки больше. Слушай, мне далеко от таза, вот так, ближе, дальше. Как? Так, как ты будешь чувствовать, чтобы ты не нес стопроцентную опору на эту руку, а больше работал именно с растяжением. И возвращаешься. То есть здесь нужно потянуться столько за счет наклона, да, то есть не максимально наклониться, а сколько больше за счет внутреннего вот этого вот ощущения растяжения. Надо как будто расти. Да, 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 то есть вы растете, вы тянетесь, там вот, не знаю, яблоко созрело, и вы вот, вот так вот пытаетесь до него дотянуться. Еще ты хочешь? Да, по 7 раз в каждую сторону. 5-7 раз в каждую сторону. Поэтому эта рука опорная, но она частично опорная. Что вы вот-вот-вот предмет, и вы тянетесь к этому предмету. Пытаюсь. Видишь мою руку, да? Давай отсюда. И возврат. Таз поднимается. Таз поднимается, но чуть-чуть меньше. Давай дотягивайся. Через сторону, отлично. Тянись, тянись. 4, не торопимся. Здесь вот как раз медленное движение. Угу. Отлично. Таз прижимаем, тянем всю глубинную линию. Отлично. Еще разок. Хорошо. Это именно через голову. Это глубинная линия. Так, давай в другую сторону. Смотри, яблоко почти. Вот видишь? Зими яблоко предлагаешь святому человеку. Через верх. Именно через верх. Раз. И обратно. Таз прижимаем. Межреберье тянем. Два. Почему сидим на кушетке? Чтобы глубоко сидел таз. Три. Вперед стараемся не падать. Если что, падай назад, сзади я. 4. Угу. 5. Еще 2. 6. Еще разок. Частично на эту руку. Угу. Отлично. Блин, это у нас все, кстати. Межреберье. Теперь это еще не все. Теперь смотрите. Я буду сомневаться. Теперь смотрите, мы тянулись через голову в наклоне. Все то же самое, таз прижат к поверхности. Только тянемся мы теперь вперед и в сторону, да, по верхней части. То есть мы как будто впереди нас, с левой стороны висит то же самое яблоко. Я вот мы яблоко, к нему тянем. Пусть будет груша. Да? То есть не вперед с наклоном корпуса, а именно вперед в сторону, да, не через голову, а вперед в сторону. И забираем. Чуть-чуть доворачиваем корпус, да, то есть вот это вот движение корпуса. При этом таз продолжает быть прижатый к поверхности кушетки. Тянусь правой рукой, значит, правое крыло таза у нас прижато к поверхности. Даже седалищная кость, просто так, чтобы объяснить людям. Правая половинка прижата, приклеена к кушетке. Я всегда говорю. Я бы тоже. Вот смотри, я тут нашла какую-то вот такую игрушку. Доворачивайся корпусом. Да, вот это движение. И возврат. Именно тянемся, пытаемся дотянуться. Таз не отрываем. Три.
Еще больше доворачиваю плечевой. Таз не отрываем. 5. Давай. Вот сейчас хорошо было. 6. Еще. И 7. Хорошо. То же самое в другую сторону. Как она тебе? Ну, тянется сильно все. Глубинные мышцы, как ты говоришь, тянутся, аж внутри все. Ливер весь трясется. Или это не из-за окружения? Я думаю. Я думаю, что тебе ответить. Давай. Раз. И раз. Два. Раз. Три. Доворачивай. Расслабили таз, у нас сидит. 4. Расслабили. 5. Расслабили. 6. Расслабили. И 7. Хорошо. Так, ну и еще одна позиция. Тоже сидим достаточно глубоко и тянемся в левую сторону, только вниз кушетки, максимально скручивая наш грудной отдел. Помним про вот эти вот скручивания, не сказала вначале, у кого стоят пластины в грудопоясничном отделе, когда вы делаете эти повороты, если ваше движение ограничено пластинами, значит не стараемся через них максимально доворачиваться. То есть вы можете чуть-чуть потянуться, ощутили дискомфорт, и вам пока достаточно. Можете, вот если корпусом чуть-чуть повернулись, то дальше вы просто тянете от плеча максимально руку во внутреннем натяжении, такое участвует движение, и возвращаетесь. То же самое в другую сторону, то есть у вас будет больше тянуться пока от плеча рука в сторону, хотя корпус тоже может чуть-чуть балансировать, совсем незначительно, в зоне комфортно. То есть мы тянемся ориентировочно вот сюда, да, то есть вот это движение, раз. И полностью вернулись. Таз у нас сидит. Таз не отрываем. 2. И на место. 3. Делай выдох. 4. 5. 6. И 7. Хорошо. И в другую сторону. Кстати, растягивается хорошо вот это все. Корпус и внутри. Что ли захотелось? Прямо сейчас? Штаны. Субботу баня. Раз, да, полностью. И на место. Таз сидит. 2. И на место. 3. И на место. Тихо. 4. На место. 5. На место. 6. На место. Разлилось это масло, по-моему, когда массаж делал, что мне скользко. 7. И все на сегодня. Слушай, наверное, и правда какие-то глубинные мышцы таза тут участвуют в этом деле. Потому что я тебе говорю, реально такое ощущение, что в туалет захотел. Ну, у тебя, естественно, все. Нет? Пересядешь? Съездишь? Нет. Захотел переходить. Переходи. Не, когда нажимает, ну, когда поворачиваешься, оно так оп. Спазмирует немножечко. Да. Дело в том, что здесь при этих упражнениях включается пресс, глубокие мышцы, и поясница. Потому что в момент, когда ты скручиваешься, ты возвращаешься назад, мышцами-стабилизаторами является мышцы пресса. Да, то есть ты наклонился, и ты вернулся. То есть ты еще веришь, что там есть пресс? Конечно. Я была бы в тебе...